Ну и, конечно, лучше дома. Можно рассмотреть все те экспонаты, которые мы собрали в Папуа Новой Гвинеи. Вот, например, те же самые ракушки. Это из региона Сепик. Новой Гвинеи вообще отличается уникальными ракушками. Так что мы понимали, вообще ракушки, как share money, это считались деньгами. Да и сейчас считаются во многих местах, где до сих пор не используются деньги и нету карточек. Это одевается в основном женщина. Я покажу на своем примере. Вот такая вот красота. И все это дело, разумеется, натурально и в основном во время праздников используется. Очень серьезно ценятся вот такие вот клыки. Дело в том, что вот подобные клыки Микуха Маклай во время своих экспедиций собирал и передал уже в Кунсткамеру. Они хранятся в запасниках, но их вот так вот в руках не подержать. Мы, слава богу, можем это сделать. И они точно так же одеваются наверх. Если здесь мы видим мужской наряд, и мы можем его использовать вот здесь вот на груди, это то же самое у нас есть, то этот вот мы и одеваем опять себе сверху. И вот таким образом демонстрируем. Таким образом во время праздников мы показываем и статус определенный. Потому что не каждый может носить вот такие вот клыки. И здесь, помимо всего прочего, поскольку степень богата еще и крокодилами, вот это крокодилий зуб. Обратите внимание. Вот так вот. И есть еще один интересный и удобный момент, что я всегда использую во время экспедиции, это вот эти вот сумочки. Безумно удобно. Все при тебе. И я так обратил внимание, что у нас сейчас, по-моему, мода в этом году. Очень многие также сумочки носят. Так вот, Папуа Новой Гвинеи их носят уже, не знаю, уже сколько сотен лет. А вот здесь вот подтверждение того, что много лет носят, мы можем увидеть подобную сумочку, которую Микуха Маклай привез к Кунсткамере. Ну, много чего интересного. Мы на этом не остановимся. Коллекция большая. Поэтому пока сидим дома, разбираем то, что у нас есть, и наслаждаемся Папуа Новой Гвинеи, думаем о том, что там происходит –